Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Сегодня на обзоре у нас Kia Rio, год 18, блок управления двигателем Bosch 17921. Чип-тюнинг по нормам токсичности Евро 2 плюс тюн. После удаления катализатора мы находимся уже на нашей новой точке. Сделали идентификацию блока управления. Вот прошивка. Сейчас ждем. Получение доступа к блоку управления двигателем. Процесс пошел. Сейчас ждем некоторое время, потом заведем автомобиль. Так, у нас уже заканчивается процесс. Выключи зажигание на машине. Сейчас. А потом заново включи и заводи. Плохо заводится у тебя. А ну заглуши, еще раз заведи. Заслонка, походу, грязная. Пробег какой на машине? Надо смотреть заслонку. Заводи. Машина завелась, но плохо заводится. Надо потом глянуть, заслонку будет. Делаем чтение ошибок. Так, количество ошибок у нас было. Так. Надо их сбросить. Не нажимай пока педаль газа. Стираем ошибки. Нет, пускай работает автомобиль. У нас есть все-таки ошибки, сейчас подключим сканер, посмотрим, в чем проблема. Вот сейчас больше нет, показывала одна из ошибок, это датчик аккумуляторной батареи, он просто был отстегнут, здесь он находится. Сейчас его на место застегнем, нормально, но машина очень долго заводится. Сейчас откроем заслонку, посмотрим, в каком состоянии. Так, продолжаем наше видео, почистили заслонку, значит, посмотрели ошибку. Ошибка оказалась, как я и говорил, по-моему, ранее. Датчик АКБ, все на место подключили, но автомобиль не завелся, все равно нормально, так как я хотел. Плохой бензин где-то заправляли, причина тому форсунки. Обычный бензин немного брызнули, скажем так, механическим способом на дозаслонки, и машина начала более или менее адекватно заводиться. Дальше в любом случае нужно будет снимать и тестировать сами форсунки непосредственно. И если на стенде покажется все четко, то тогда уже переходить к насосу. Пока автомобиль готов. Идем дальше.